секунд буду. И тормози, не лети так быстро. Не, на самом деле я тут по делам. Вот, меня привлек твой плащ. Да? По сути, можешь его снять, как бы идти дальше. Не, ну ты такая, да, интересная, с ключом, в котором что-то сердцает. Знаешь, мне напомнило, как называется, насекомые. Поняла. Скорпион, да, и прочая хрень там какая-то, вот. И я думаю, блин, это примерно то же самое. Меня пора в бутылку. Ты плащ, да, скорпион. Как тебя зовут? Я Татьяна зовут. Татьяна. Офигеть, Татьяна, с кольцом из ромашек таких. И у тебя крутые кроссовки, Татьяна. Спасибо. Что, какие планы? Куда идешь? Я иду по делам, ищу сотрудника на работу. Сотрудник? Что же заработал? Нужно работать в ювелирном салоне. То есть тебе нужен такой, знаешь, как сказать, это в моем понимании, я, может быть, очень стереотипно мыслю. То есть, знаешь, сутулый, сгорбленный такой, ну, короче, в таких бинокулярных очках. Мне такое место нужно, что я думаю, именно такой человек мне только подойдет. У меня просто недавно был опыт с ювелиром такой, так сказать, такой замысловатый. Мы отдали чуваку кольцо переделывать. Я, на самом деле, помолвлен, вообще, представляешь? Ты такая, наверное, сейчас уже... Нет. Не, ну я пообщаться, вот. И у меня есть любимая женщина. То есть мы отдали ему кольцо переделывать. Хотя вроде там такой тип, там точка работает что-то около 30 лет. И он говорит, да, завтра переделаю. Но это, видимо, любимая тема ювелиров. И в итоге, короче, завтра мы звоним, ни его, ни точка закрыта, короче, ни кольца, кольца ничего. Нет, но... ничего. Там, знаешь, ничего. Я бы, в принципе, был спокоен, но вот эти бабские истории по поводу, да, там, они подменят камень. Конечно. А, так делают там еще? Конечно, я сама так делаю постоянно. Нет, я не ювелиром работаю. На самом деле, правда, если ювелир своего знакомого нет, то никакие рубины, бриллианты, тем более, там... Ну, там хорошее кольцо, то есть я что-то прям очканул. В итоге, в общем, чел где-то дня через 4 появился. Там прям нервов потрепали. Ну, забрали, все уменьшил, но, вот, знаешь, поэтому меня ассимилировали себе какая-то такая история. Понятно. Ну, и Татьяна, конечно, такая хороша, я с собой, знаешь. Лет 20 назад я бы с удовольствием с тобой замутил, но... В общем, мне сейчас было бы еще очень мало лет. 4? 8. Сейчас не актуально. Ладно, Танечка. Спасибо. Я тебе желаю всего хорошего. Всего доброго. Пока-пока. Идти удачи. Пока. Ну, типичная, скажем, уже привычный образ, медитирующий на ходу. Петербурженки. Петербурженки, да, который идет, знаешь, то есть в своих мыслях у нее там полузакрытые глаза, вот такие, что, кто здесь? Минуту твоего драгоценного займу. Значит, как я и обещал, это последний подход, вообще заключительный, финальный, последний на этом канале. То есть из той трилогии трех последних видео с подходами Шамшурина, это последнее, третье, заключительное. Поэтому те, кто предпочитал все это время смотреть, ждать подходов и бездействовать, пожалуй, вам пора уже отписываться, потому что, ну, как бы, Санта-Барбара закончилась. Даже Санта-Барбара имеет свою последнюю серию. Сука, Си-Си Кэпфл. Там, женился, я не знаю, или сдох, ну, что-то с ним произошло, короче. В данном случае Си-Си Кэпфл женится в ближайшие несколько месяцев. Вот, и для тех ребят, которые выбирают, ну, не просто смотреть, в этих видео я не буду комментировать, как в прошлых, да, то есть в прошлых видео я давал какие-то комментарии по поводу своих подходов. Смысл комментировать, то есть даже если я откомментирую, все равно это будут комментарии по поводу моих подходов. Если вы хотите получить комментарии по поводу своих подходов, кстати, мы сейчас, пока шли сюда, встретили чувака одного, который говорит, вот, ребята, я тут вас знаю, смотрю, и мы говорим, здорово, что делаешь? Он говорит, да, я вышел попрактиковаться. Мы говорим, вон идет там замечательная женщина, как раз тут какая-то ближайшая девушка, красиво с телефоном разговаривает, иди подойди к ней. И вот, то есть, как бы, тот ужас, который он, был у него в глазах после нашего предложения подойти, он говорит о многом, то есть, и... Мы говорим, а в чем проблема? Он говорит, да я как-нибудь сам своим темпом, своим ходом, вот как-нибудь сами вы и делаете, ребята. Я предлагаю вам вписаться в другое мероприятие, то есть это наш тренинг-практика, ссылка на него внизу. Для тех, кто собирается что-то делать, и чтобы мы ваши подходы уже разбирали, а не мои. Мои разбирать не надо, просто потому что Си-Си Кэпфл крут. Как-то так, вот. А второй момент, что
Еще более важный, я считаю, я хочу напомнить и пригласить тех, кто еще не вписался в мой марафон. Это бесплатный, халявщики, торжествуйте, бесплатный марафон. Мне надоело смотреть, как вы ничего не делаете, и я решил в течение месяца каждый день выкладывать видео на свой канал, в которых я буду... Это будут короткие видео, чисто по существу. Я буду всю свою программу, которая у меня есть, ну, только касаемая знакомств, буду выдавать ее в виде видео с конкретными практическими заданиями и техниками. То есть для того, чтобы вписаться в этот марафон 30-дневный, целый месяц будет идти, вам нужно зарегистрироваться на него обязательно по ссылке внизу. Плюс те, кто зарегистрируется, будут иметь возможность получать обратную связь. Домашние задания будут дублироваться вам. И я буду разбирать выборочно людей, то есть давать вам какую-то обратную связь, отвечать на ваши вопросы. Обязательно регистрируйтесь. Марафон начнется в самое ближайшее время. Ссылка для записи внизу. Для тех, кто уже решил, что ему нужен тренинг-практика, также ссылка внизу. Все, ребят, увидимся и, собственно говоря, стартуем в ближайшее время. Продолжайте смотреть следующий и уже последний, та-да-да-дам, подход Шамшурина. Я думал, ты в автобус, говорю, хотел тебя не пускать ловить из автобуса. Подожди секунду, ты очень классно выглядишь. Спасибо большое, но если честно, я спешу. Когда говорят, знаешь, спасибо большое каким-то тоном, то есть уже сразу не слышно, что сейчас скажут, но это бла-бла-бла. Да-да-да. Слушай, но это же не самое, как сказать... Важное дело в твоей жизни. Спешить? Да. Ну, спешить — это процесс вообще. На самом деле, это, короче, я тебя быстро прерву, потому что я улетаю на Камчатку послезавтра, и у нас в любом случае не будет возможности пообщаться. То есть как Камчатка — это 25 миллионов световых лет, насколько да, я помню, да? Практически. В принципе, туда не долетают люди, да? Там, знаешь, последний раз 13 лет назад улетел. Прости, пожалуйста, секунду, ты смешной. Сейчас. Это тоже, хорошо. Кстати, такая. Спасибо. Нечестная. Да. На углу я буду стоять, где, короче, где вот переход ты перейдешь, условно, да. Все, я иду к тебе. Давай. Я вообще рассчитывал, что ты мне это когда-нибудь скажешь. Я иду к тебе. Подожди секунду. Да я убегаю. Сейчас, ну я тебя сейчас отпущу, но подружка никуда не едет. Давай вот прям сейчас, 10 секунд. Да погоди, ну мужчина, он такой, его когда в рамки ставишь, он начинает... Как тебя зовут? Меня зовут Настя, а тебя как зовут? Настя, меня зовут Вова. Вова? Да. Вова, очень приятно. Давай я тебе сейчас дам свой номер, конечно, запиши дашь, его. Конечно, Даша, даже не обсуждаю, зачем? А ты на Камчатку с концами или что? Пока непонятно. А ты, в смысле, отсюда туда в гости или наоборот, из гостей? Я здесь живу и еду туда работать, судя по всему. Там же, да, прикольно, наверное. Да, Вов, давай потом обсудим, ты когда пожалуйста. Вернешься? Ты подожди, это важно. Ты когда вернешься? Не знаю. Давай телефон. Давай, пиши. 8. Хотя ты знаешь, короче, я вот подумал, ты прикольная, классная, да, но, бля, Камчатка далеко, а я ленивый. Хотя ты реально клевая. Спасибо. Но это нет, но есть еще определенные причины, которых ты не знаешь и не узнаешь, почему я не могу взять твой телефон. Но вообще ты классная, короче. Серьезно? Да. Ты будешь первым чуваком, который отказывается взять мой телефон. Почему? Это очень круто. Ну, слышишь, когда ты все должно быть первый раз. Класс, Вов, хорошо. Нет, смотри, я тебе желаю прям... Добра и бобра, ты такая прям секси-шмекси, но супер классно. Когда-нибудь, там, лет 10 назад я бы с удовольствием с тобой замутил там. Ты знаю. Крутой. Ты тоже. Пока. Все, пока. Слушай, ну опять же, Питер реально поражает меня какими-то своими настолько общительными и открытыми женщинами, что это... То есть... Все равно тут, знаешь, дело, наверное, не в городе, а в том, что тут концентрация какая-то их повышенная, потому что, блядь, не знаю, девки реально разговаривают. Все девки самые просто... общительные переезжают. Да, они как-то вот так, ну здесь очень много такого европейского, да, вот что эти бомжи лежат, бухают, что девки какие-то общительные, ну, короче. Но это не значит, что в Москве или в любом другом городе нельзя. Но я сразу спешу расстроить тебя, дорогой телезритель. Тем, что если ты решишь, что теперь-то надо ехать пикапить в Питер только потому, что тут они сами на тебя кидаются, это не так. И, наверное, знаешь, здесь есть очень много тонких моментов, которые ты не видишь. Для тебя это кажется, что вот Шамшурин, у него талант, у него что-то еще. Ребят, это очень много отработанных нюансов, которые доведены до автоматизма. Вот, кстати, вон она пошла обратно. Все, вырубай, Денчик.